Оперативник уголовного розыска Евгений Никулин погиб сегодня при исполнении, пытаясь поймать автоугонщика. Около 2 часов ночи у клуба «Зажигалка» неизвестные похитили «Мерседес», хотели скрыться, но были замечены полицейскими. В итоге развернулась настоящая погоня. Никулин получил 3 ножевых ранения в грудь, которые и стали смертельными. В городе сразу же был объявлен план-перехват, убийцу ищут до сих пор. Нападавшего запомнили свидетели, при помощи которых и был составлен фоторобот преступника.